Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volkswagen Jetta, ремонт заднего крыла. Разбираю. Чищу от краски поврежденное место для того, чтобы работать со споттером. Но сначала мне надо вытянуть арку. Ну что, подровнял проем колеса, теперь прессую кантик и начинается работа со споттером. Для начала привариваю змейку и затем это ребро в жесткости я вытяну. Ну что, ребро практически вытянул, отламываю змейку и в дело вступает споттер. Итак, крыло почти готово.
покрываю ее черной краской, затем шкурю с колодкой, и теперь мне будет видно, где еще есть ямки, где нужно подсадить, чем я и займусь. Итак, работу с железом я закончил, отдаю машину на покраску. Итак, этот автомобиль покрашен и собран. На сегодня, пожалуй, все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!